поскольку здесь у нас барьер, будем здесь обязательно первый этап 8-10 центов. А дальше я прошу вас приостановиться на 3 секунды, потому что в это время ключ для входа выкладывается. Проходите, пожалуйста, и слушайте. А, то есть у вас идет автоматическая проверка температуры? Да. Вот такая Понятно. Скорость потока, так мы будем регулировать вход в здание. Понятно. Владимир Владимирович, обратите внимание на информационное сопровождение.